Бентли это гоночная машина? Конечно. Я сейчас выступаю с Bentley Continental GT3. GT3 это категория кузовных машин, это одни из самых быстрых кузовных машин в мире, и Bentley там представлена. Я выступаю на этом автомобиле в International GT Open, это чемпионат Европы. Я выиграл первую гонку, и мы провели первый этап, осталось еще 6, но сейчас с нашей командой мы лидируем в чемпионате, занимаем первое место. То есть это команда Украины, я правильно понимаю? Нет. Я выступаю с итальянской командой Team Lazarus, и команда выступает с Bentley, и вот мы вместе с ними ездим. А у Украины есть команда или нет? У Украины была команда в GT, GT3, Ferrari Team Ukraine, но это было очень давно, и на данный момент сейчас в Украине нет своей команды в гонках такого уровня. Скажите, пожалуйста, вы пилотируете автомобили со штурвалом? Нет, это один. В гонках GT3, в машине ездят два пилота, но мы чередуемся. То есть один выходит, а потом садится другой. А сколько времени длится машина? Наши гонки длятся, первая гонка 70 минут, вторая гонка 60 минут, и на каждом этапе две гонки. А скажите, пожалуйста, во время гонки вы обычно пьете воду или делаете какие-то физические, паузы? Я воду не пью, потому что очень короткие гонки, и в этом нету смысла. Но если вам интересно, например, у меня есть радио, и я, когда еду, то говорю с инженерами по радио. Это очень прикольно. Так почему вы общаетесь с инженерами? Когда нужно заезжать в бокс, когда нужно менять шины, например, нужно ли добавить скорость или наоборот сейчас не атаковать, поберечь шины и топливо. Все о гонках. А как проходит вообще эта гонка? Это не, пересеченная местность или трасса, или что это? Это кольцевые гонки, и выступаем мы на самых лучших трассах в Европе. Все трассы сертифицированы под Формулу-1, это кольцевые гонки, то есть асфальт, и они замкнуты в кольцо, то есть как бы это не круг, то есть разные повороты, но они замыкаются в кольцо, поэтому кольцевые гонки. Какой у вас опыт драйвера? Сколько вы уже драйвер? 7 лет. 7 лет вы драйвер? Да, мне 19, то есть больше половины жизни. А как получилось так, что вы 7 лет стали драйвером? Я начал заниматься картингом, и 7 лет я езжу на картинге, и вот сейчас мне 19, я еду в GT3. Как вы вообще пришли в гонки? В детстве увлекался машинами, пошли с папой на картинг, попробовали, мне понравилось, я поехал быстро и приняли решение заниматься этим. А почему Bentley? Мы с отцом тоже думали выбирать, какой выбрать бренд, и так как у нас есть дилер Bentley в Украине, и у нас были уже переговоры с Winner Group, и мы знали, что у них есть интерес ко мне и к моим спортивным достижениям, поэтому мы приняли решение выступать с Bentley, потому что больше всего перспектив, если брать в сравнении с другими брендами. Окей, а как вообще прийти людям, которые чувствуют тягу к гонкам в гонке? Какой ваш личный путь? С детства начал заниматься на картинге, на прокатном, потом пришел профессиональный картинг и по нарастающей сначала первенство Украины, потом чемпионат Украины, дальше гонки в Европе, чемпионат Европы, чемпионат мира и так далее. Потом Формула 4 и сейчас уже большой автоспорт. Где и когда были ваши первые соревнования? Первое вообще. В 2009 году на прокатном картинге «Жажда скорости». Вы вошли в какие-то призовые места? Да, я взял второе место. Второе место. Да, то есть мне было 8 вроде бы. Мне было 8 лет, да, я соревновался с ребятами, которым было 12, и да, я смог взять второе место, что было очень круто. То есть начинать нужно как можно раньше. Да.